В Тюмени в шестой раз прошла творческая лаборатория Muse Lab. В ней приняли участие музыканты со всей страны. 36 человек разделили на команды. На создание трека было всего 3 дня. Кроме того, важно было не просто написать песню, а выполнить задание организаторов. Мы собрали звуки города, которые передают, наверное, особенность нашего города. И дали это все музыкантам в рандомном порядке. И их задача была создать песню из этого, вдохновившись. Может быть, взять что-то как сэмпл, то есть как кусочек какой-то музыкальный переработать. Композиции создавали, например, на основе звуков часов на Цветном бульваре, горячих источников и даже рюмочной. В конце ноября эти песни выйдут на музыкальных площадках.